глазам своим не верю, просто я не знаю, узнается это место или нет. Мы сейчас слили просто вот посмотреть максимально успеть. Вот ну, покажи ему, посмотри, вот что вокруг. Ты должен это вспомнить. Я сюда не шел специально, честное слово. Мы только что зашли в кафе, поймали Wi-Fi. А, и просто шли в сторону абсолютно какой-то парк есть. Видите, это то самое кафе «Гнездо», где мы несколько лет назад делали трансляцию. А, я, блин, честно, как в шоке вообще. Как мы сюда попали? Это просто балдеть. Ну, я надеюсь, ты вспомнишь. А, да, это очень круто. Зайди и пойти, конечно. Ну ладно, раз уж такое дело, можно потихонечку говорить. Мы в Белграде, если кто-то еще не понял, это Белград. Так уж получилось, что у нас была здесь пересадка очень большая, и мы, естественно, пошли в город. И мне покажется, это получилось весьма символично, если вспомнить, что в своем последнем интервью Митя рассказывал, что именно в Белграде ему пришла идея. Не в Белграде, а в Сербии. Ну да, в Белграде пришла идея провести этот балканский марафон. Именно здесь, можно сказать, корни того, что произошло и происходило в ближайший месяц. Так что вполне логично завершить всю эту эпопею тоже здесь. А что еще сказать? Ну, балканский марафон, само собой, оставил очень многое в наших сердцах, в наших душах. Я сейчас шел и подумал, что... Я в Балканском марафоне оставил тоже немало. То самое место, просто то самое место. Расскажи, что за место. Что? Что за место, расскажи. А, это кафе называлось «Гнездо» или что-то вроде того. А, и мы отсюда делали в свое время трансляцию. А, ну вот, собственно. Вот то самое, то, что я говорил, это все не вру. Делать трансляцию во время экспедиции по странам Варшавского договора. Самой первой экспедиции. Знаменитые ОВД на красных «Жигулях». Да, это, конечно, прям заходишь и какое-то удивительное чувство. Удивительное чувство. Тут ведь никого еще нет. Где вы сидели? Слушай, я сейчас скажу, что не вспомню. Кажется, было ниже. Ну, ступани, чтобы не затягивать, может, на паузу сейчас что-нибудь интересное появится.